Книга «Открытым оком». Тема мусульманства. 18 том. Вопрос 3240. Как выглядит описание рая у мусульман? Много слышал про каких-то гури в раю, что у каждого мусульманина правоверного они будут каждую ночь и постоянно после его услад они будут обновляться и становиться снова вечными девочками. Не отсюда ли Диахур немецкая проститутка. Ответ отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Гурии, персидской хурии от арабского хур Черноокии. Черно Фантастические девы, предназначенные по корану для услаждения праведников в раю. Библейский советская энциклопедия Их рай осужден святыми отцами как сластолюбивое прельщение от сатаны чтобы увлечь в беззаконных в адскую тьму». Коран, 3 сура, 198 аят. «Но для тех, которые убоялись своего Господа, сады, где внизу текут реки, вечно прибудут они а там, как прием от Аллаха, то, что у Аллаха лучше для праведных». 18 сура, 31 аят. «Эти для них сады вечности, где внизу текут реки, они украсятся там в браслеты из золота и облекутся в одеяния зеленые из атласа и парчи, возлежа там на седалищах. Прекрасна награда и хорошо убежище. 22 сура, 23 аят. Поистине Аллах введет тех, которые уверовали и творили благое, в сады, где внизу текут реки. Разукрашены они там будут браслетами из золота и жемчугами. И одеяние их там шел. 37 сура 44 аят. На ложах друг против друга. Будет обходить их с чашей из источника, прозрачного у слады для пьющих. Нет в нем буйства, и не будут они им изнурены. У них есть потупившие взоры, глазастые, точно охраняемые яйца. 38 сура 49 аят. И это напоминание, а ведь у богобоязненных хорошее пристанище сады вечности с открытыми для них вратами. Лежа там они требуют многие плоды и питье, и у них есть потупленными взорами ровесницы. Вот что там обещано для расчета. Это наш удел, нет его устощения. 49 сура 69 аят. Те, которые уверовали в наши знамения и были мусульманами, войдите в рай, вы и ваши жены, и будете ублажены. Их будут обносить плюдами из золота и чашами. В них-то, что пожелает души, и чем услаждаются очи, и вы в этом пребудете вечно. И этот сад, который дан вам наследство за то, что вы совершили. Вам здесь многие плоды, которые вы будете есть. 44 сура 51 яд. Поистине, и вместе надежным среди садов и источников, облекаются они в атлас и парчу друг против друга. Так и сопрягли мы их с черноглазыми большеокими. Требуют они там всякие плоды в безопасности, и введет их в рай, который он дал им узнать. 47 сура, 6 яд это был. 15 яд. Образ сада, который обещан богобоязненным, там реки из воды, не порчащиеся, из реки из... и реки из молока, Кус которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, и реки из меду, очищенного. И для них там всякие плоды и прощения от их Господа. 52 сура 19 -я. Ешьте и пейте воздравие за то, что совершали, возлежа на ложах, расставленных рядами. И мы сочетаем их с черноглазыми, большевокими. И снабдим мы их плодами и мясом из того, что они пожелают. Они передают одни другим кубок. Нет пустословия там и побуждения к греху. И обходят их юноши точно, они и сокровенный жемчуг. И приступили они к другим, расспрашивая. 65 пятая сура, 14 стоят. Он сотворил человека из звучащей глины, как горчарная, и сотворил джинов из чистого огня. И когда небо расколется и станет желтым, как кожа, Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? 41 яд. Узнаны будут грешники по их приметам и схватит их за хохлы и ноги. 55 яд. Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? Там скромно оки, которых не коснулся до них ни человек, ни джин. И помимо двух еще два сада. 65-й яд. Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? В них два источника бьющей воды. Какое из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? В них плоды и пальмы и гранаты. Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? В них добротные и прекрасные. Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? Чернокожие, скрытые в шатрах. Какое из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? Не коснулся их до них ни человек, ни Джины. Какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? Опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры, какое же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложными? Благослови мне благословенно имя Господа Твоего, обладателя славы и почета. 55 Сур один стоят. И эти, те, которые будут приближены. Садак благодати, толпа первых. И немного последних, на ложах расшитых, облокотившись на них друг против друга. Обходят их мальчики вечно юные, с чашами, сосудами и кубками из текущего источника. От него не страдает головной болью и ослаблением. И плодами из тех, что они выберут, и мясом птицы из тех, что пожелают а черноокие, большоглазые, подобные жемчугу хранимому, воздаяние за то, что они делали. Не услышат они там пустословия укоров в грехе, а лишь слова «Мир, мир». А владыки правой страны? Что это за владыки правой страны? Среди лотоса, лишенного шипов, и талха, увешенного плодами, и тени протянутой, и воды текучей, и плодов обильных, мы ведь создали их творением и сделали их девственницами, мужа любящими сверстницами, для владык правой стороны, толпа первых и толпа последних. 76 сура 1 стоят. И Аллах избавил их от зла этого дня и дал встретить им блеск и радость, и вознаградил их за то, что они вытерпели сад, садом, садом и шелком. Лежа там на седалищах не увидят они солнца и мороза. Близко над ними тени и снижены плоды их низко. И будут обходить их сосудами из серебра и кубками хрусталя. Хрусталя серебряного, который размерли они мерой. Будут поить там чаши смесь, в которой с имбирем. И источником там, который называется Салсабилин. И обходят их отроки вечные. Когда увидишь их, сочтешь за рассыпанный жемчуг и когда увидишь там, увидишь благодать и великую власть. На них одеяния зеленые, и сундусы, и парчи, и украшены они ожерельями из серебра. И напоил их Господь их напитком чистым. Поистине это для вас награда, и усердие ваше облагодарено. Поистине мы не звели Коран ни с посланием. 7-8 сура, 31 яд. Ведь для богобоязненных есть место спасения. Сады и виноградники, и полные, полногрудные сверстницы и кубок полный, не услышат они там ни болтовни, ни обвинения во лжи. В тот день, когда станут дух и ангелы рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому дозволят милосердный, и скажет он истину. 83 сура, 22 аят. Поистине, ведь праведники в благоденствии. На ложах сверцают, ты узнаешь в лицах их блея благоденствия поет их вином запечатанным, в завершение его мускус, и к этому пусть стремятся стремящиеся. Смесь его из таснима, источника, которого пьют приближенные. Поистине, которые погрешили, смеялись над теми, которые уверовали, и когда проходили мимо них, мигали друг другу, а когда возвращались в своей семье, возвращались шутками. И когда видели их, говорили, ведь эти, конечно, заблудшие, а они не были посланы хранителями над ними. А в тот день те, которые уверовали, посмеются над неверными, на ложах соверцают. Святая Библия. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Откровение 4, 4 и вокруг престола двадцать четыре престола. А на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Откровение 4 глава 10 по 11 стих. Тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря, Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Матфея 22.30 Ибо в воскресении не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. Стихотворение. Стремительность и натиск – вот девиз, того, кто к опоздавшим был не склонен. Путь у подобных только вверх, не вниз. Он пилигрим, а не слепой паломник. Едва увидев сродников обиду, он в драку вяжется, спасая Иудея. Просветится затем и будет видно. Делами подтверждается идея. Давид не устрашился роста Голиафа. В пращу закладывая будущего камень. План наступления в миг поменяет график. О той стремительности у потомков память. Вы видите беду в стране, бедлам. Не разбериха в храмах и в синоде. Не ждите, что появится Атлант И разрешит, и развернет все вроде. Не я, так кто? И выступи вперед. Разоблачи монашеские шашни, Сорви повязки, распечатай рот И бей лукавого, его молюют страшным. Стремительность слепым не в моготу, Всем разжиревшим на харчах бесплатных Им полежать и лишнего сглотнуть. Кто больше положил бы им на лапу. Считаю, их безделье есть шанс Быть первым сокрушающим Ваала. Не отложи на завтра, но сейчас Поможет Бог и их жрецов завалит. Стремительной походкой и, -и уй. Мгновенно опрокинул оба царства Заметь таких и точишь поревной. На все дела перелицуем паспорт. Лишь на молитве и при чтении слова Быть медленным в раздуме и в слезах Припомнить милости от Бога и Иеговы Стремительность обрящим в евангельских стихах 2006 год Игнатий Тихонович Лапкин.